Друзья, доброе утро. Сегодня утром любимая жена вручила мне вот такой прибор. Ланчбокс с подогревом. Значит, у него в комплекте вот такой переходник, адаптер автомобильный. Ну и, соответственно, сам бокс. Там вот у меня уже находится... О! Здесь капусточка. Ну, тут, соответственно, съем нам курица. Сейчас будем мы это все хозяйство испытывать. Время разогрева минут 15, как написано в инструкции. Как раз пока еду. Надеюсь, испытаем. Так, включаем все это хозяйство в прикуриватель. Так, тут есть какой-то еще индикатор. Смотрим. Вот, загорелся. Все, процесс пошел. Так, ну что ж, доеду до офиса, будем смотреть, засекаем время, 10:23, то есть, соответственно, где-то без 20 мы должны получить горячую еду. Включимся, когда это все разогреется. Еще раз всем привет. Прибыли мы на место дислокации. Соответственно, грелось у нас это все хозяйство примерно 30 минут. Смотрим, что из этого вышло. Так, фирменная ложка. Тепленький. Посмотрим, что на самом деле. Так. Поскольку я не левша, поэтому будем как-то смотреть. Ну, пробуем, что из этого получилось. Ну, не холодная. Желательно, конечно, погреть еще. Так, что у нас здесь? Так, тоже там все теплое. Ну, я бы, конечно, погрел еще, но при желании кушать уже можно. Кушать уже можно, поэтому сей предмет имеет право на жизнь. Удобно. Удобно. И что самое приятное, это все выглядит красиво, компактно. Один единственный минус — это адаптер, прикуриватель. Хотелось бы его, конечно, подлиннее. Почему? Потому что если я еду один, то да, это все хорошо, поставил на переднее сиденье, оно греется. Но если едешь с кем-то, то хотелось бы его, конечно, чтобы хватало до заднего сиденья. Чтобы его туда убрать, и пусть он там разогревается, спокойно стоит. Поэтому за сим прощаюсь. Остальное все расскажет любимая жена. Пока-пока.